Кто это? Чудовище! Друзья мои, всем привет! Вы на канале Смузи Болл. И сегодня Пикунику, да, эта игра называется? Пикунику. Я с ребятами не буду, сразу говорю, играть. Они сами захотели. Что, готовы? Да! А вы сами разберетесь, вы уверены? Да. Приключения, компровать. Компровать. Вот компровать не надо нам тут. Кооперативный режим. Все, мы начинаем. Новая игра. Я не знаю, что это. Эй, говорит, не мозг. Пусть иди сюда. Да, ну что ты? Угадай, что? Бабосы! Да, абсолютно просто так! Деньги на халяву! Бесплатные деньги! Дай мне съем чупсу! Твой город наверняка завален мусор по полную крышу. Мои роботы прилетят к тебе в гости и заберут все лишнее барахло. Тебе даже вставать не надо. Они даже заплатят за твой хлам. Просто деньги. Не веришь мне? Тогда послушай отзывы. Хрянные деньги просто так, честно? Ну вот видишь, я же говорил. Не мешай огромному роботу, если увидишь его над своей деревней. Богатей вместе со мной. И никогда не забывай. Ты просто прелесть. Что за халявный? Да мне прям интересно стало. Ты же говорю, прикольная игра. Я хочу вместе с вами, по-моему. Опа. Ну, основная цель как-то... проснись. Основная цель игры проснись. Ну, все, вы выиграли. Эй, о, порядок, с пробуждением. Можешь пошевелиться? А нет, могу. Ой, ноги появились. Ой, смотрите. Че ты делаешь? Внизу, внизу. Найс. 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 Прости, что разбудил. Ходи-ка. Воздухом подыши. Ты не пойдешь? А кто ты вообще такой будет? Я призрак. Основная цель найти выход. У тебя сохранилась игра. Обойди вниз, что там внизу было? Ой. Че ты куда пошла, какую-то пещеру? А, ну она там вниз. Вау. Это его квартира, походу. Это квартира, прыгает. На X тебе, на рис. Че, одежду нельзя менять? Подожди, ты можешь на кровати прыгать, как на батуте. Смотри, меня вибрирует. А, джойстик вибрирует, да. У Милана. Все, погнали. Я знаю, где выход, потому что я смотрела все серии. А как ты делала? Поэтому... Как ты делала? Ну да, я не знаю. Ну, на квадрат нажми. Да зачем? Ну ты чё? Чё за грибы? Теперь надо допрыгнуть до тут. Вон, на ту прыгай, посерединке. Пам-пам-пам. Какой хрупкий, однако, булыжник. Не, вот зачем он такой? Да, давайте будем издеваться над булыжником. На квадрат. Чё? Да на квадрат нажимай. Ого, ничего себе, у него. Ну все, молодец, меня. Теперь я буду над всеми издеваться, он меня научил драться. Ты торопишься. Пап, иди, что ты тут стоишь? Мне интересно. Все элементарно просто, что? Конечно. Ну-ка, ну грибы теперь. Дай. Вот тут можно прыгать. Ой, ой, а что, ой, это что это было? Это что? Какая-то слизь. Выглядит немножко противно. Ровно час спустя. Идем дальше. Осторожно, тут все на соплях держится. А вот смотри, вот эти падать будут булыжники. Скорее всего так, да? А я могу их вот так сломать, как Марио? Туда, Милан, прыгай. Это тебе не этот, не Спанч Боб. Да блин. Да прыгай! А чего он мне так не сказал? Он мне нормально не объяснил. Хорошо, что они появляются. Да прыгай сразу туда, по одному. Прыгай. Помогите! Наверное, этот камень мне просто так был. О, все, давай. Ура, там выход. Ну все, пора идти. Удачи там, тепло одевайся. Открытку пришли когда-нибудь? Да, конечно. Выходим. И вот так. А как закрыть двери? Ну ладно. Внимание! Не открывать! Внутри чудовище. Слышишь? Ты там чудовище! Так, так. А что на скале? Я же любопытная. Бедный цветок. Он хочет, чтобы я его полила львичкой. Ладно, выше не хочу. Прыгаем! Ой, чё? Здрасте. Здрасте. Я в дереве. А? Привет. Добрый день. Эй. Как дела? Да норм. Не пугает ли пугало? Я тебя умоляю. Пугалами это я его пугаю. Бедная пугало. Слышишь, ты никто. Давай его ударим. А! Давай туда. Это кукурузка типа? Кукурузка. О, мост. А, это плавишь, он был хрупкий. Выглядит отвратительно. Так вот. А как ты плывешь? Я пытаюсь выпрыгнуть. А! Какие горы, какие горы. Кто это? Будто бы что-то зашушело. Где в поле-то? Да расслабься, птица это. Ну, не знаю. А звук такой был, кто-то как-то пошевелился. Как? Как чудовище, которое идет, нет, сюда тебя жрать. Не шути так лучше. Вдруг он сидит в поле и хочет укусить нас за бочок. Да успокойся, никто не видел, потому что его не бывает. Все, двинулись обратно. Это типа не при меня. Ой, я тоже хочу летать. Вот они, привет. Чудовище здесь. Да, сделай что-нибудь. Чудовище проснулось. Какой-то
оно не шибко чудовищное. Иди, оно поменьше. Оно нам мост сломало. Чудовище! Зачем ты здесь? Чтобы вас укусить. Вот как? Но у тебя даже рта нет. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Ты что-то не выглядишь грозно. А разве чудовище не должно быть огромным и могучим? А что не так-то? Странно. Давайте его отпустим. Я за. Оно даже не чудовищное. Мост сломался по твоей вине. Давай мы тебя выпустим, а ты все починишь. Хочу, не буду. Тогда сиди дальше в клетке. Нет, давай. Нет желания чинить мост. Я постараюсь. Веди себя прилично. Я очень нянька. Что ли? Скажи, когда мост починишь. Привет. Значит, ты у нас чудовище. Как-то тебя не так в легенде описывают. Иди отсюда. Так, ну надо дом починить. Похоже... Девочки, вы упали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А как мне пина... Вот пинация. Держите всем. Кукурузки получайте. Цветок. Ну все, мне надо чинить мост. Ой, там кто-то зашуршал. Где-то паук должен быть. Паук! О, привет, тебе чего-то надо? Мост починить, например. Это из-за тебя он сломался? Нет. Вот такой паук, как я, например, может просто взять паутину и сделать все нарядно. Но ты не паук, так что удачи тебе с креативными решениями. То есть, получается, надо мост сделать, что ли? Да, мы сломали мост, и нам надо мост сделать. А, ну подожди, надо что-то придумать. Ой. Больше так не делай. Мы сделали мост зато. Вдруг нельзя на ней прыгать, это же паутина. Он теперь более нормальный. Спасибо. Больше так не делай. Кукурузочка. Кукурузка растет. Я прям так кукурузу. А пинать можно ее пинать? Да, смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он такой пошел. Мост и вправду починен. Извини, некрасиво получилось. Мы думали, что ты кровожадное чудовище, но ты вроде ок. Спасибо. Можешь тут с нами пожить, если хочешь. У художника проблемы какие-то. Можешь помочь ему чем-то? Кто такой художник? Может, это тот дом? Какой тот дом? Ну, не знаю, вот это, например. Вот это, да. Допустим, вот это. Давай. Ух ты, туда зайти даже можно. Ой-ой-ой! Здравствуй, усатый дяденька, езди. У него ноги, смотри, какие. О, привет. Что делаешь? Качаю икроножные мышцы, чтобы играть в баскетбол. Еще есть вопросы? Где? Ты на старой мельнице. Мы тут хлеб пекли, вот и все. А потом роботы начали собирать все урожай и только мельницы оставили немного. Говорят, там деньги просто так раздают, но мне больше волнует накачанность ножек. Пап, смотри на его ноги. Так, ну тут это не наша... А может его пнуть надо? На плакате нарисована нога, как пинает арбуз. Ты думаешь, его пинать надо? Я думаю, нет. Давай, я могу вот этого пнуть. А, да господи. Держи. Нижайше, прошу вас соизволить перестать меня пинать! Цыпленок. Ты похож на розового цыпленка. Сисик. Кли. Дверь в сисекли. Ой, типа я такой нарисован. Вы не обозрели, слышите? Вы, ты, да, ты. Приходи в чемпионат по баскетболу. Посмотрите на его рожу. Баскетбол? Ты не знаешь про баскетбол? Это же лучший спорт на свете. Единственное, я его в 10 раз придумал. Чё я не хотела? Ладно, ты должна победить. Уйди, цыпленок тупой. Да чё он пинается? Розовый цыпленок. Нет! Я победила. Может, тебе в другой раз повезет? Приходи на чемпионат по баскетболу. Да я поняла. Все, пока, я с тобой больше не играю. Не приду, пока, я обижена вообще. Я смотрю, как могу. Я прыжок и вот так. Мак, это... Чё? Это что за труба? Что такое? Ну ладно. Это что? Я же не буду. Как мне выбраться? Как мне вернуться? Чё? Прикольно. Мы покатаемся. А что мне делать? Непонятно. Да что вы меня снимаете? Я вам все... Ой, там еще что-то наверху. Дай наверх пойдем. Давай, а как? Ты думаешь, ты можешь ногами зацепиться? Моими-то ногами я все могу. О, шоп. Это ты меня нарисовал таким страшным? Я разорен. Прости. Я разные чудовища. Давай. Господи, ты меня бесишь. У меня краска, это, по-моему, художника. О! Муза ушла от меня. Все утратило смысл. Я бездарность. Меня попросили нарисовать пугало лицом, но в восторге остались только птицы. И это плохо. Они должны пугаться. Я смертельно устал. И карандаш потерялся. В подвале, наверное, лежит. Ходи, глянь-ка, есть ли там? У тебя же вот карандаши. Чё? Что это? Не говорите, что я тупой. Я додумался поставить коробочку на коробочку. Мне кажется, тут вам надо для этого второй ящик поставить. Вот. Так. Рисовальная шляпа.
Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Мой карандашик. Оставь его себе. Я его не достоин. Для меня все кончено. Нарисуй около листа. Да, реально. Это шедевр! Осталось только надеть его на пугало. Лицо для пугала. Да я поняла тебя. Двинься. Всем войском отходим! Восхитительно! Изумительно! Птицы улетают! Пугало лицов не пугало! Так, стой! Берегись! Ты так, как в порядке? Надо было тебе сказать про робота. Кукурузка растет. Каждую неделю прилетает робот, собирает товар, а взаимно раскидывает денежки по всей деревне. Бесплатные деньги для каждого. Надо было раньше сказать, ну хоть птицы улетели. Отличная работа, спасибо большое. Они едят кукурузу? Они мое пугало. Ты мое пугало убил. Я тебя сейчас убью. Да что ты? На. Пугалка моя маленькая, моя сладенькая. Похоже больше на рип, на похороны какие-то. Ну что, ребятки, на этом у нас все. Роботы Шаншен как-то мне уже не нравятся, если честно. Они едят моего пугалу. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось это видео. И всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.